чем страшно вообще возникновение пожара в данном доме? То, что отопление печное. Частные дома на улице Большая Горная. Сотрудники МЧС хотят рассказать, как уберечь жилище от огня. К тому же и повод есть. 4 дня назад здесь вспыхнула жилая постройка. Пожар произошел поздно ночью. Всего за несколько минут пламя охватило всю квартиру. Внутри находились 2 7-летние девочки, их мать и бабушка. За несколько часов до этого родственники отмечали день рождения близняшек. Кто там? Девочка там должна быть. Девочка? Пожарные приехали быстро. Им удалось вытащить из огня 2 женщин и 7-летнюю девочку. А вот 2-го ребенка нашли не сразу. Девочка задохнулась. Чуть позже в больнице скончалась и мать. Я проснулся от криков помощи соседа. Она кричала: помогите. Достучаться сегодня пожарным удалось только до него. Константин живет с погорельцами через стенку. Ту ночь помнит хорошо. Говорит, помогал эвакуировать соседей. Супруга выбежала сюда. Стала оказывать ей помощь. Забрала у нее ребенка, привела к нам в дом. Так как у нас тоже был дым, ребенка пришлось тоже из нашего дома убрать к другим соседям. Вот я чисто занимался расселением детей. Сейчас... У нас наступают вот эти холода. Надо просто соблюдать требования в быту. Не пользоваться там самодельным электроприбором, не перегружать электрические сети, да, с наступительных холодов. Не курить внутри помещений домашних, жилых. Не курить в постели. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Виноваты могут быть и сами погорельцы. В доме на Большой Горной пользовались отопительными приборами. По словам пожарных, это главная беда частных домов. Роман Базан, Олег Буланов, новости, Телеобъектив.